Добрый день, друзья и недруги. Очень часто встречаю комментарии насчет предать забвению. Зачем вы рассказываете о Пугачевой, зачем вы напоминаете про Чулпан Хаматову? Предать забвению. Объясню, почему нельзя. Знаете, допустим, вот мне советским школьникам совершенно не рассказывали про Бандеру. Был предан забвению. А вот недавно было 60 лет возведению мемориала Тараса Шевченко украинскими националистами в Америке, в Вашингтоне, я узнал, что даже наши ветераны, украинцы, советские воины, посылали свои советские рубли на возведение этого монумента. А в принципе, его там возводили, Тарасу Шевченко, как русофобу. Мы вообще совершенно не знали ничего про бандеровцев и про эти настроения. Ну, я, допустим, и люди из моего окружения. Потому что было предано забвению. Давайте мы предадим забвению, допустим, Гитлера. Он же не хороший человек был, правильно? Зачем же нам его вспоминать? Дело в том, что когда мы предаем забвению злодеев, мы забываем и про их жертвы. И мы забываем про тех героев, которые с этими злодеями сражались. Я, конечно, совершенно не склонен сравнивать масштаб политиков, таких как Адольф Гитлер или Степан Бандера, с нашими релокантами. Я просто это вот, ну, такая гипербола. Просто вам пример, что нельзя забывать, надо помнить. Помнить и либо прощать, если хотите, если найдете какие-то аргументы, либо не прощать, но не забывать. Перестаньте, пожалуйста, вот все время твердить про забвение. И в коем случае надо помнить все. И хорошее, и плохое, и хороших, и плохих. И хорошие, которые стали плохими, ну и плохих, которые, может быть, станут хорошими. Такое тоже случается. Но не забывать. Забвения нет.